И в продолжение темы. В Ливнах сотрудниками Орловского наркоконтроля арестован в Рио директор Дюш, лидер группировки, пытавшийся организовать сбыт героина в районе. Установить и обезвредить двух активных участников группировки наркополицейским удалось в конце декабря-начале января. Судя по всему, они спланировали свою преступную деятельность. После того, как увидели перспективу заработков, спланировали. И вот закупив около килограмма героин у лиц таджикской национальности в другом регионе страны, планировали их сбыть. Как рассказали в управлении, фигуранты этого дела имеют высшее образование. Арестованный лидер группировки в свое время занимал престижную и высокооплачиваемую должность. Воспитывал малолетнего ребенка, которого теперь может увидеть через 20 лет. Именно такое максимальное наказание предусматривает первая часть статьи 228. По словам главы управления ФСКН, за последние 3 года в Ливнах все было относительно спокойно, без громких задержаний сбытчиков. Но с осени прошлого года они активизировались. С сентября это уже второе резонансное уголовное дело. Обе группы сбывали героин. В обоих случаях источником его поставки являлся другой регион. В обоих случаях члены группировок сначала были нейтрализован, а затем арестован.